Нет, это чтобы мои длинные ноги казались еще более длиннее. Кстати, на меня же не подписаны люди, так что на меня никто не придет. Три человека. Я, ну, растем. Надо найти брусчатку и делать, что я во Франции. 40-46. Ножки, привет. Что будет, если... А, это путешествие хромоножки. Air Max и говно. Привет, зайчика. Здрасте. Я хромаю. Мне больно. Так, у меня... А что будет, если... А, да. Сука. Чё, нам зеленый? Йо-лол. 5 минут назад я был там. Я истеричка. Где BMW М5? Отъебись от меня. Где-то тут есть. Я что, похожа на мажора? Спой что-то. В натуре. Ну, мне подсказывают. Эй, как там битмейкер? Уличный дэнсер. Шейкер. Патимейкер. Сейчас догоню. Похоже на Цири. Я похожа на ртуть. Но могу... Ну, если такой прическа, наверное, я Цири. Блин, а мне что-то даже прохладно. Так, нам надо платить за парковку? Нет. Нет? Нахуй. Нет, а правда? Нахуй. Нет, я тебе серьезно говорю, без шуток. А, жопу парковку. Так, я сейчас поеду на вот этой машине. Привет. Какую парковку ты на метро? Ага. Честно, ребят, я вчера сильно упала, и у меня болит ножка. Поэтому я хотела просто пожаловаться. Ой, это что такое? Что это такое? Почему здесь все нормально? Нет, не нормально. Это что-то. Меня влюбился кто-то. Ты меня любишь? Конечно. Ну вот. Покрасилась? Да я. Да в натуре что-то. У меня прыщик на носу. Да, все покажи. Как бздец. Все видели? У меня просто не бывает прыщиков на носу. Но это не прыщик, там не болит даже ничего. Какая-то фигня. Чего не болит? Это где? На носу. А, все заряжается? Заряжается. Вечер... Добрейший Рочек. Уже вечер. Фак. Нет, сейчас еще только 4 часа дня. Ты вейпер? Шейкер. Пати вейпер. Я дрочу на твой прыщик. Классно. Котика не хочешь завести? Хочу, но мне нельзя. И что, мне туда ехать, типа... что ли? А вы куда сейчас, Бабик? Покажи народу сисю. А, ну, туда это, сгоняйте пока в Бабик, а мы пока поедем домой. Зачем? Не хочу домой. Я не знаю. Что-то, блин. Нам нужно кабель купить. Нет, смысл мне час туда, час обратно, мне не хватит ресурсов. 10 минут, что? Сейчас. Ну ты когда кидал? Мне показывают 30 минут. Сможешь сиська показать? Да. Сейчас. Конечно. Показываю. Поцелуй, кто рядом. Это мой друг, алло. По пробкам это, считай, только до вас все. Куда ты хочешь? Куда хочу? Кабель купить. И кофе, лаванду. Нет, кофе, да кофе далеко. Стоп, а где они? Ну, они же с Бабик поехали, что-то там бакнуло. Вон, это на Краснопресненской? Это... Не знаю где, ну... Далеко.
Ну, типа, если это возле Лубянки, я бы хотела туда проскочить. А из Лубянки, где там Лубянка? Лубянка — это Красная, север, юг, север, запад, восток. На востоке кольца, чуть ниже. Чё, беда у Москва с движением? Чё, ты первый год замужем, что ли, не знаешь, каково в Москве? Это жопа. Блин. Ну, типа, ты, не знаю, хочешь доехать куда-то, ты минимум должен час откладывать. Короче, на это. Ладно, если чё, потом позвонишь. Как это? Как закончишь покупать? Мы не стоим ещё, мы ещё не тронулись. Там, вон, сзади нас. Я просто не знаю, куда мне ехать. Ну, а в центре я не поеду. И так всегда. Ой, что у тебя с лицом? Да все в порядке. Сможешь снять свитер и сиска? Что за сиска? Ну, как хотите. Я, как тебе мой сон? Почти схожий сам с моим. Сегодня всем почему-то машины, кстати, снятся. Когда поедешь в Химки? Зачем мне в Химки? Какой цвет котика? Беленький. У меня черненький есть? Хочу беленькую крысу. А ехать вам сколько на метро? А что ему нужно? Все, красный добрый, с праздным, спасибо, Василия, обжаюсь. Василия, пожалуйста, у тебя Василия. Спасибо. Кота заводишь? Нет, меня спрашивают. Прости меня, сговорю. Ну, 30 минут. Что, машину будем посмотреть? К нам только что подошли и попросили. Попросили на хлеб. Ладно, давай, что звоню. Угу. Что, мы опять пойдем в авиапарк за этим проводом? Ну, куда еще? Не, я вообще не против. Ну, поехали. Гараж не продаешь, продаю. Я, блин, столько всякого говна пишут, что я не особо читаю. Блин, что это такое? Надо... Мне прям это расстраивает. Нет, я котика не завожу. Мне спросили, хочешь завести? Я говорю, хотела бы. У меня на них аллергия, да и нельзя. Ты утром какала? Нет. Господи. Что? Пукала. Да ты, блядь, нормальный? Нет. У него какой-то качок на аватарке стоит, и он спрашивает. Даже перископе. Иди работай, или за чужие деньги гуляй. Понятно. Я только что сама за себя заплатила. Понятно. То чувство, когда ты платишь сама за себя, ну не всегда. Но типа, тебе говорят, не дрожи чужие бабки. Егор. Егор в перископе. Говорит, ну вы долго еще? Вы ты слишком же... долго. А он мне телефон сел. Сел телефон? У меня тоже тогда сейчас сядет. Ладно, письки. Все. Я вас всех ненавижу. И ебала ваши рты. Не, ну правда, а что злые такие-то?